Участок на пересечении по Новой и Новосадовой ранее принадлежал Министерству обороны. Здесь находились гаражи и хозяйственные корпуса. Сейчас территория не используется, поэтому после обращения губернатора Дмитрия Азарова земля была передана городу, но с одним условием. Только если здесь будет построен соцобъект, например, школа. 22 тысячи квадратных метров позволяют возвести здание, рассчитанное на 550 учеников. В отношении данной территории проводятся работы по ее расчистке, в частности, проектируется снос тех бесхозных объектов, которые там находятся, которые ранее принадлежали Министерству обороны, и в будущем будет проводиться проектирование непосредственно самой школы. Так как на территории, которая передана городу, есть детская контейнерная площадка близлежащих домов, жители обеспокоены тем, что они могут быть снесены из-за строительства. Этот вопрос сегодня обсуждали в администрации Октябрьского района. Горожанам ответили, что при составлении проекта действующие объекты не затронут, а также примут во внимание просьбы жителей о новых парковочных местах и расширении проезда перед домом номер 157 по Новосадовой. Обязуются проделать работу, обещают как минимум не ущемить жителей, вот, и как оптимальный вариант расширить проезжую часть около 157-го дома по мере возможности и с сохранением норм градостроительства, санитарных и пожарных норм. Первые наброски проекта строительства представят на согласование жителям через несколько недель. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.